Ну, ми хочемо познайомити вас з нашою чудовою гостею. І до нас сьогодні до студії завітала Катерина Хекало, міжнародна інструкторка з Kengo Jumps та власниця трьох фітнес-студій в Дніпрі. І ми саме з нею будемо говорити про те, як же після такого тривалого карантину нам почати знову займатися спортивними заняттями. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми розпочнемо з такого цікавого тесту, який підскаже, у якій професії ви могли б досягти найбільшого успіху. Зараз на екрані ви побачите малюнок, в якому є 6 картинок. Обирайте ту, яка вам більше всього подобається. Мені подобається 2 картинки. Треба одну. Дві. Мені подобається 5 і 6. Угу. Запам'ятайте. Тому що ми до цього повернемося. Ну, а зараз хочеться саме дізнатися, взагалі, як давно ви займаєтесь спортом, коли почали і чому саме любов до спорту у вас? Я займаюсь спортом вже 2 года. Но до этого еще очень длительное время, а именно 10 лет, я занималась танцами. И именно когда мы прекратили свое существование как танцевальный коллектив, мне очень не хватало танцев, этой движухи, всего этого настроения. И я пошла на фитнес. И у нас была такая инструктор, очень мне не понравилось. Она давала постоянно что-то одно и то же самое. И я подумала, блин, ну неужели даже я... Даже я бы, наверное, сделала лучше. Хочется что-то додать, так сказать. Да, да. Она просто, вот, знаете, одну программу и один месяц, целый месяц одно и то же, это надоедает. И тогда я задумалась первый раз о том, что, наверное, я хочу попробовать, а вдруг у меня получится. Угу. Вы знаете, у меня сильно получилось, и сейчас я просто кайфую от того, что я делаю. Угу. Ну, це чудово. Хочеться також вам сказати комплімент. У вас чудова форма, чудова фігура. Дякую, до речі, як ви її зберегли під час карантину? Ой, а нужно отвечать. Как правильно? Или как, было на самом... Или как на самом деле было? Ну, давайте, як насправді було. Чесно, давайте будемо чесно про нашого колеги. Якщо ви їли цукерки і такої були, то мені аж якось завидно вам. На самом деле я не придерживалась ни питання на карантині. Я не делала упражнения, как делали это другие тренера у нас в Инстаграме, да, вы, я уверена, вы знаете, что смотришь в Инстаграме, там просто все идеальные, все учили английский, все занимались, да. Я нет, я кушала. И кушевала. Да, да. Вы знаете, потому что карантин – это, конечно, большой стресс. Это большой стресс для всего организма, для человека в целом. И поэтому это нормально. И я хочу сейчас поддержать всех девочек, которые тоже кушали. И хочу сказать, что вы не одни. Я была с вами. И это нормально. И пускай мы кушали. И потом, после карантина, уже сейчас, мы можем вернуться в свою форму. Мы будем начинать заниматься. И я уверена, что все не просто так. Этот карантин тоже для чего-то нам нужен был. Пусть эти мы накушали килограмм, ну и пух, и бог с ним. Я прийшла, так і пішли. А ось тепер будемо вже розкривати таємниці, як же після того, як ми з вами дуже добре, смачно їли під час карантину, так майже 3 місяці, як тепер без шкоди і без стресу для організму почати займатися знову спортом? Ну, нужно очень аккуратно это делать, безусловно, понемножку начинать. То есть, если мы, допустим, хотим сделать себе правильное питание, да, исключить там сладкое, например, фастфуды, и начать бегать, начать заниматься спортом, я хочу порекомендовать, что нужно делать все по чуть-чуть. То есть, если мы сегодня отказываемся от сладкого, допустим, мы пьем, обычно мы пьем 3 раза чай с сахаром. Да, сегодня я откажусь 1 раз. 1 раз попью без сахара, и я уже молодец. И я хочу на этом внимание зациклить, что именно нужно себя хвалить обязательно. Что вот, допустим, я хотела 3 раза попить чай без сахара, а я попила только 1. И это уже большая победа, потому что я могла вообще не придерживаться этого правильного питания. Ну, правильно? Так, так. Поэтому, девочки, мальчики, хвалите себя обязательно за каждую вашу победу. И обязательно нужно... Понемножку, вот как я уже сказала в начале вопроса, если мы сегодня отказываемся от сахара, то завтра мы еще добавляем, отказываемся, допустим, от фастфуда, да? Нельзя в один день все бросить, потому что будут срывы. Я это прошла на себе, срывы будут 100%. И понемножку начинать заниматься физическими упражнениями, только такими, какие вам приносят удовольствие. Ну, з чого, наприклад, рекомендуєте починати? Можливо, починати, як ви вже говорили, біг. Якщо бігати, то коли потрібно, скільки потрібно, як взагалі почати? Якщо качати прес, то також скільки потрібно разів і коли краще це робити? Я советую смотреть по своєму состоянию. Но, конечно, такой совет для всех уникальный, что нужно по чуть-чуть. То есть, если сегодня я бегаю 10 минут, завтра я бегаю
15 минут, послезавтра, если я могу, я бігаю більше. Якщо я не можу, я сьогодні ще бігаю, продовжую, як і раніше. Але постійно, кожен день потрібно бігати, не потрібно робити перерву. Наприклад, якщо я не можу взагалі ходити, мені все рівно потрібно, ну, можливо, трішки менше пробігти, там, 5 кілометрів, але обов'язково потрібно це зробити. Ну, ви знаєте, це дуже цікавий такий питання, тому що дуже багато мнений по цьому поводу. Дуже багато говорять, що потрібно обов'язково кожен день бігати, це війде в привичку. Я придерживаю другу теорію. Якщо от сьогодні от прям вообще не можу, ну і хорошо. От сьогодні отдохни, возможно, організму нужно восстановиться, і завтра ти пробіжиш ще більше, і це принесе тобі більше положительних емоцій і всього остального. До речі, зараз же карантин вже закінчився, ну, якось сказати, можна вже виходити на вулицю. Карантин не закінчився, але є така наснага. Нарешті ми можемо вийти на вулицю. Скажіть, які вправи можна виконувати вже на вулиці, окрім бігу? Що ще можна робити? На самом деле на улице можно делать все, что угодно, абсолютно все. Во время карантина, уже когда я покушала, мы с девочками проводили онлайн-тренировки Kenga Jumps. То есть на улице это тоже возможно. Возможно купить себе каремат, он стоит недорого. Можно заниматься прямо на каремате, качать пресс, отжиматься, все, что нравится, все, что хочется. И я уверена. Возле нас есть школы, где есть стадионы, где есть вот эта вот зеленая травычка. И можно там спокойно приходить утром, когда еще не такой солнцепек, и заниматься. И это, я скажу вам, очень заряжает на целый день. Вот когда ты утро начинаешь все правильно, тогда и день проходить по-другому продуктивно. Ну, у вас саме рекомендація починати саме це зробити зранку. Чи можна залишити на вечір, наприклад? Я, лично я советую делать это с утра, потому что на вечер вечно какие-то планы, дела, дети у кого работа, и все равно не хватает постоянно времени, все равно что-то мешает. А вот если ты утром поставила, ты просто раньше встань на полчаса, і все, це зробиш, і у тебе день буде свободний. Ось, до речі, ми поговорили про біг. А деякі кажуть, що можна просто ходити. Ну, не обов'язково потрібно бігати, тому що це вимати. І, ну, я ось, наприклад, не люблю бігати. Ну, не можу, я мені вже там все пече, мені плохо, там погано. Чи можна просто ходити? Бо інколи кажуть, що головне пройти там якусь кількість кроків на день. Да, що конечно. Це допоможе взагалі. Да, конечно. Если вы не любите бегать, вот не бегайте, потому что оно вам не принесет ничего хорошего, поверьте. Я очень придерживаюсь той теории, что все, что мы делаем, мы должны получать от этого удовольствие. Вот если вам нравится ходить, вот ходите, вот действительно вам будет лучше. Ходите сколько можете. Да, допустим, не по 10 минут каждый день, нужно чуть больше ходить. И постепенно это все нарастать. Но ходьба – это тоже сжигание калорий, это тоже мы приводим себя в форму. А еще, если мы сделаем интервальную тренировку с ходьбой, то есть мы будем сначала идти минут 10 быстро, да, с одним темпом, потом минут 5 мы замедлим темп, это будет как интервальная тренировка, это еще больше улучшит наш результат от ходьбы в целом. До речі, ще є у вас якісь саме рекомендації стосовно того, як же правильно займатися спортом, якісь правила, можливо, безпеки? Ви знаєте, дуже багато різних видів спорту і ко всім свої правила техніки безпеки. Я советую всім начинающим, хто тільки приходить в спорт, потратьте ці 300 гривень, ну, це максимум, потолок, візьміть собі інструктора, щоб ви точно знали, що вам підходить, що вам потрібно робити зі своєю фігурою, як це правильно робити, і обов'язково техніку безпеки, тому що невозможно ответить на этот вопрос конкретно одним предложением, сколько видов спорта, столько и техник безопасности. Ну, ось, наприклад, да, ми хочемо поговорити саме про Kenga Jump, тому що ви в цьому майстер. Що це взагалі за вид фітнесу, так? І потім вже поговоримо саме про правила безпеки в ньому. Kenga Jump – это моя страсть. Я могу про нее разговаривать очень долго, потому что я это просто обожаю. Я кайфую от того, что я действительно делаю. Это такой негласный слоган. Кайфую от того, что делаешь. Я, кстати, вот вы сказали, что у меня хорошая форма. Спасибо вам большое. После карантина, после того, как я кушала, сразу с девочками взяли себя в руки, сделали марафон. Знаете, как называется? Кайфую от себя. Поэтому Kenga Jumps – это именно про удовольствие. Специальная обувь используется, ботиночки, которые были изобретены еще в 1994 году канадским ортопедом для реабилитации спортсменов, у которых были проблемы с суставами и с позвоночником. Потом это начало входить в такой актуальный вид спорта, это начало нравиться девочкам, не только, мужчины тоже занимаются.
на специальных ботиночках мы можем сжигать до 1000 калорий. Конечно, если мы не станем и не будем стоять просто. Вы противоположности. Так, так. Обязательно работать. Это очень-очень здорово. Это идет танцевальные движения, разные виды кинга джампс. Есть кик энд патч, это, например, как кикинбоксинг. Мы можем подобрать программу под каждого человека, то есть может прийти к нам любой клиент, и мы покажем, что у нас есть, и он себе подберет по своему духу, что больше нравится. Но я скажу, хочу сказать, если вдруг, девочки, вы не пробовали, вот просто попробуйте, и вам или зайдет, и вы останетесь со мной навсегда, или не зайдет, и, возможно, да, такое тоже бывает, просто вам нужен другой вид спорта. До речі, щодо техніки безпеки. Кінг джампс такі, це такі штучки на ножки, я б сказала, взуття, воно досить високе. Мені б було якось страшнувато. Мабуть, потрібно про щось пам'ятати там, чи мати якусь рівновагу спеціальну для того, щоб займатися. Звісно, звісно. Коли приходять до нас нові клієнти, нові дівчатки, ми одразу говоримо про те, що не боятися. Первое, что не бояться, с них не падают. Ну, действительно, с них невозможно упасть. Да, возможно, 10-15 минут первой тренировки будет некомфортно, но потом ты быстро очень тягиваешься, быстро очень привыкаешь. Главное – держать осанку, конечно же, втягивать животик, держать мягенькие коленочки. Все это мы еще раз рассказываем девочкам на тренировках. Поэтому не переживайте, в этом ничего страшного нет, только удовольствие. Там є якесь спортивне снаряддя, може на колінник або підлокітник, як це правильно називається, я не знаю. Ви знаєте, на лікці штучки. Захисні. Захисні, так. Ви знаєте, одно время у нас в студії була така шутка, ми всім новичкам говорили, от, извините, у нас сьогодні каски нету, каски закончились, поэтому сьогодні придется вам так. Я уявляю, в нього вираз обличчя в цей момент. Именно так все і було. Ні, такого нічого нет. Все хорошо. Чи є якісь, можливо, протипоказання? Чи всім можна навпаки займатися саме кінгджампом? Нет, не всем, конечно же, не всем можно. Я хочу сказать, что обязательно, когда вы начинаете любой новый вид спорта, обязательно, если вдруг были проблемы со здоровьем, еще раз повторю, must have просто проконсультироваться с лечащим врачом. Но, конечно же, такое всем подходящее противопоказание – это беременность. Я хочу сказать, что я такая волшебная женщина по этому поводу, что у меня все девочки, которые ко мне приходят, потом через время человек было уже больше 10. Говорят, ой, Кать, мы к тебе через год вернемся, мы забеременели. Поэтому, если у кого есть такое желание, всех жду, будет пополнение. У кого бажання завагітнути, можна приходити на тренування. Так. Ви розповідали, що ви займалися, ну, ваше знайомство з спортом було з фітнесу. Це був кінг джампс або це було щось інше? Якщо ні, то розкажіть, як ви саме з кінг джампсом познайомились? Это был не кинга джампс первое. С кинга джампс я познакомилась очень, так, не очень. Я изначально попробовала, пришла. Я, честно, думала, я умру. Почему? Мне было тяжело очень сильно. И я... Це те, що відчувають всі дівчата, які проходять перший раз, так? Да, поэтому не переживайте, тренера теж такое проходит. Всім тяжело сначала, потом это втягиваешься, потом все замечательно. Изначально мне не очень понравилось. Но мне понравилось, потому что это музыка, потому что это танцевальные связки, потому что танцы — это мое. И я решила, что я буду ходить, потому что это прикольно. И вы сумуете за танцами, да? Да, да, да. И я решила потом, через некоторое время, что это прям мое-мое, и я прям хочу сама эти танцевальные связки делать. И решила пойти на інструктора міжнародного. Це цікаво, коли тренер розповідає про те, що спочатку мені не сподобалось, мені було страшно, так, лячно. Ми переходимо, повертаємося до тесту, який ми проходили спочатку. Ви казали, що вам сподобався малюнок 5, так, і малюнок 6. Зараз ми зачитаємо про малюнок 5. Вам важливо передавати свій досвід і знання. Ви дуже любите вчити інших людей, навіть якщо вони не виявляють бажання отримати від вас поради. Швидше за все, ваше бажання повчати і направляти рано чи пізно призведе до того, що ви станете вчителем в школі або викладачем в інституті, або тренером, як ми бачимо на зараз. Мені здається, це підходить. Так? Так, також ви говорили саме про малюнок 6. Вас можна назвати духовною людиною. Матеріальна сторона життя вас абсолютно не цікавить. Вам набагато важливіше, щоб ваш внутрішній стан знаходився в повній гармонії. Ваші професії – це психолог або волонтер благодійного фонду. Тож розказуйте, що співпало, що важливо про вас, а що все ж таки потрібно ще попрацювати над цим. Наверное, более мое это рисунок 5. Вот когда мы говорили о том, что
повчати людей, угу. коли вони цього не питають, не хочуть. Це у мене таке є, я з цим чесно борюсь, тому що це не дуже хороша моя черта характеру. Но то, что учить, то, что вы за мной следовали, это мне действительно нравится. И когда я тренирую, когда я вижу эти восторженные лица своих девочек, которые уходят с тренировки и говорят миллион раз спасибо, когда они все такие красные, когда все такие с заряженными блестящими глазами, я честно... Я благодарна всім, що в мене є така можливість. Це дуже дорого стоїть. Дуже вам дякуємо за цікаву розмову, тож ми сподіваємося, що ми вас налаштували саме на заняття спортом і також після карантину, коли він вже закінчиться дійсно. Ми будемо з вами ще більше долучатися до спорту, займатися, можливо, хтось для себе відкриє новий вид спорту та буде також цим болівати та насолоджуватися. Ну, а ми нагадаємо, що до нас сьогодні до студії завітала Катерина Хекала, міжнародна інструкторка з Kengo Jumps. Дуже вам дякую.